О, Рамис с работы приехал. Что-то весь мокрый. Ты вспотел, что ли? Да, жарко. Потная работа. Ты же вроде в холодильнике поработаешь. Вот была настолько жарко, что настолько жаркий день, настолько жаркая суббота, настолько много людей, что вспотел. Ой. У меня аж капли пота. Видишь, капли пота падают. Я намочил своим потом все в округе. Кошмар. Тогда иди лучше сразу мойся. Да, хорошо. Намочу душ тоже своим потом. Продолжение гаражных распродаж. Вон там целое поле всего. Продают разные вещи, шмотки, велосипеды. Там 400 баксов он стоит, но он того не стоит. Почему-то здесь велосипеды всего дорогие. Инструменты разные, красивые. Тут фигурки. У нас невыносимая жара, до плюс 29 днем. Вот мороженку взяли. Здесь поштучно не продается, нельзя купить. Тут продается коробками мороженое. Вот тут 15 штук. Такое мороженое взяли, вкусное. Оно с миндалем и ванилью. Вот так они, мороженки. Поштучно не найдешь, только коробками все. Морожка классная. Я так и не понимаю, как оно читается правильно. А мы сейчас готовим курочку. Здесь будем тушить. На этот раз поставили мясо и лес. 20 минут. До этого готовили 35 минут. Получилось очень много. Она прям была переготовленная. Ничего особенного. Просто зайцы пришли. Один чешется в песочке, и другой что-то здесь бегает. Свежие молодые зайцы. Худые, конечно. Нас увидели сейчас через окно. Замерли. Риана начала изучать набор про физику, про электрическую... про генерацию электроэнергии. Вот у нее в руках сейчас генератор на 6 солнечная панель. И все это она понимает, как это работает. Не дергай только, Риана, не порви. Да. Риан, аккуратней. Тут вот набор целый идет. Были мы сегодня на распродаже. Нашли вот такой стационарный блендер. Он умеет делать сок. Вот эта пипка откручивается. Ставится вот эта пипка, и можно наливать напитки, которые ты здесь сделал. Это верхняя подача, например, ягод. Сюда складываешь, ягодки падают из. Это все этот. Блендер новенький. Новенький блендер, им не пользовались, он лежал долгое время. Мы нашли дату видео рекламы этого блендера. Она была 11 лет назад. Но он старенький, но лежал все эти 11 лет, получается, в полке. Пару раз им пользовались. Также для того, чтобы когда ты делаешь сок, есть такое ситочко. Сейчас. Крышку открываем. Вот так вот сеточку ставим. Ага. И все. Окей. И без мякоти наливаешь сок. И мелкая сетка, сеточка есть. На eBay нашел. Старая цена $60. Мы взяли за 25. Приехали вот в этот парк погулять. Здесь уже есть песочница. Вот эти вот игрушки здесь лежат всегда. Приходи, играйся. Здесь столик, девчонки развлекаются. Здесь детская площадка в форме корабля. Здесь у нас баскетбольная площадка. Тоже игрушки везде. Вот эти вот тележки. Мотоциклы. Питьевой фонтанчик обязательно на детской площадке. Горки. Чтобы было не больно падать. Щепка везде установлена.
установлена щепка. Английский не выучил, уже русский забываешь. Как можно забыть то, чего не знаю, что же будет. Вот так что здесь вот соседние домики. Кайфуют люди, живут. Вот этот шум, это цикады издают. Они везде. Кстати, здорово, много деревьев, все в тенечке. Вот такая огромная классная площадка. Это койоты. Предупреждение было, таблички, что они могут быть на территории. Вот он бедный, маленький, худой, потерялся. Похоже между волком и собакой. Сейчас заказываем камеру в машину. В итоге, короче, камера стоила $170. Тут скидочки, все прочие, купоны разные. В итоге она $140 стоит. Это камера 4К. Там тут три камеры. Сзади, в салоне и вперед смотрит, короче. Вот батарейки. Вот такой комплект. 16 батареек. Аккумуляторов. $23. Наклейки русские на клавиатуру и фильтр для этого очистителя воздуха. Запасной пусть будет. Также сумма изначально была $218. Стало 153. Будь здорово. Возвращаемся с магазина. Там у нас напротив сосед. Вот он там отдыхает. Поздоровались. Он говорит: слушайте, а вам томаты нужны? Мы такие: ну, прикольно было посадить. Окей. Дает нам один томат и потом приносит еще два. Вот у нас тут начинается маленький садик. Мы посадим томаты, помидоры. Вот как раз здесь теневая сторона. Тень будет немножко, наверное, это правильно. Вот за этим деревом нашим. Потому что здесь южная сторона, солнце жарит сильно. На следующей неделе до плюс 35-37, наверное. Вот теперь у нас будет маленький огород. Надеюсь, урожай будем собирать помидорки. На утренней пробежке вижу, стреет уже вишня, либо это черешня, не знаю. Сегодня 15 июня. Классная, красивая, наверное, вкусная. Пока пробовать не буду. Через недельку прибегу. Наверное, не соберут. Но ее много тут. Классно. Так, вишня либо черешня? А это у нас уже тутовник поспел. Вроде бы так называется. Целое дерево. Опа, где фокус? Вот фокус. Эх, не дотягиваюсь пока. Не подрос. Либо найти, да, дерево поменьше. Вот, уже падает все. А мы бежим дальше. Вон там еще тутовник. Мы бежим дальше. Все, смотрю на этот дом. Он на продажу. Там гараж. Получается, тут у нас три спальни. Там бейсмент внизу. Такой домик. Стоит он в районе $525,000. Вот такой Home Smart. У кого деньги есть, можете купить. У меня денег нет на этот дом. Риана пьет какао. Там вот приехали на бесплатную мойку в автосалон. Туда взяли кофе и какао. И Риане нравится. Бегаем, пьем здесь какао. Нам сейчас подошел дедушка, говорит: можно вас сфотографирую на Nikon? Мы согласились, потому что у нас классный кадр, мы с такой палаточкой сидим, отдыхаем у озера,
Он говорит ему 78, либо 87. Я сейчас уже не запомню. Говорит, где-то нашу фотографию выставит. В Эванстоне, в общественном месте. И сказал, что спросил, откуда мы. И сказал, что в Миннеаполисе есть русский музей. Не про коммунистов, а про художников. Там выставлены картины. И говорит, всем нравятся картины. Красиво, но не коммунисты. Сегодня на озере Мичиган сильные волны. Купаться запретили. Красиво. Как будто море. Здорово. Но смотря куда направить камеру, потому что здесь вынесло на берег цикады. Цикад, как правильно, их тут очень много, вот они усыпаны, это думаете камушки? Нет, это все цикады. То есть тропинку прочистили, и там тоже все цикады, цикады. Так что красиво, смотря куда направить камеру. А это около нашей работы растет тутовник. Вроде так он правильно называется. Вот такие черные ягодки. Так, черная малина. Все дерево здесь усыпано ими. Классно. Сегодня домой я приду попозже. Поем ягод. Но здесь голуби появились. Здесь голубей называют дав, как шоколадка. Это два птенца, где-то у нас здесь было гнездо, они у нас живут. Кажется, у нас скоро будут бельчата. И белки развлекаются, играют. И Ириана их тут пугает. Риана, не надо пугать белок. Белки наверх убежали. Да, все. Да, скоро будут бельчата. Все, пусть там на дереве аккуратненько. Никто им не мешать не будет. Пришли домой. Зайка раз у нас на лугу. Зайка два и зайка три. Надеюсь, эти зайки помидорки мои не будут кушать. Кстати, как у нас там с помидорками дела? Говорят, их поливать надо раз в неделю. Но если жарко, два раза в неделю. Помидорки. Вроде нормальные. Первые мои помидорки. Вау, тут эти цветочки появляются. Классно. Значит, урожай будет точно. Одна помидорка, нет, два. Две помидорки. У нас сегодня полнолуние, решил вот на свою камеру поснимать луну. Вот посмотрим, что у нас получается. Приближаем. О, луна-то как уходит-то. Ёлки-палки, что нажал. Короче, вот приближаем. Приближаем максимально. Решил поснимать луну. У нас сегодня полнолуние. Вот. Вот что на камере получается. Вот это у нас луна. Так, ага, это где? Вот луна у нас. Из нее облака текут, плывут. Так, телефон, экспозицию ставь. Да, тяжеловато снимать. А две камеры сразу. Резкость есть, но... Но вот... Неудобно, короче. Что будет, если посмотрим в объектив? А, далековато.
Короче, вот так получается. Пришли мы в Lucky Strike. Много игровых автоматов. Еще тоже кто-то сломал. Помню, такие на Денди были. Мячики. Играл. Баскетбол. Большое казино. Вау, это же Arcade and Rebirth. Монетки. Пакман. Там зомби расстреливаешь. Настольный хоккей. Также, кстати, здесь есть и VR. Вот там дальше. VR-зона. В гонке играешь. Футбол. Еще футбол, хоккей. И бар. Кстати, теннис тоже есть. А дальше боулинг. Тропический дождь начался. Он так волнами то. Сильнее, то слабее. Я все переживал за свои помидоры, то что их не полил. Вот они у меня там растут. Их надо поливать раз в неделю. Хорошо, что дождик сегодня пошел. О, молнии сверкают. Дождь очень сильный. Век живи, век учись. Это Oakton College. Я наконец-то смог сюда записаться на изучение английского языка. Почему до этого не записался? Потому что не хватало знания английского языка, чтобы записаться на курс английского языка. Вот такой вот казус. Иду сдавать тест на первоначальное знание. Вот я и в самом колледже. Только я пока не знаю, куда идти. Найди кого-нибудь. Мне нужна комната P236. Вау. Туда схожу, узнаю. А, мерч этого колледжа. Сова черная. Это что-то напоминает. Неужели Хогвартс маленький? Ага, мне... Вау, мне... Это получается как обеденная зона. Питьевые фонтанчики. Круто. Это как в американских фильмах получается. Какая-то лаборатория. Нет. Это что у нас будут? Студенческие тусы, как в фильмах. Там типа американский пирог. Мне это уже все нравится. Сказали мне идти прямо, 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 потом налево. Классно. Дворик воздухом подышать. Это еще обеденная зона. Мне
Мне здесь определенно нравится. Вот и сдал я экзамен по английскому языку. Набрал 215 баллов. Это 4-й уровень. Относительно чего не знаю. Вот. Замерзся там, кондёры работают. На улице вышел, согрелся сейчас. Реально холодно. Но в этом колледже мест нету. Говорят, съезжай ты в соседний пригород, Найлс, в библиотеку. Там классы для тебя будут. Так хотелось в колледж походить. Здесь место, мне кажется, более интересное. Да и рядом с домом. А Найлс находится плюс 22 минуты на велосипеде ехать. Похоже, придется машину покупать. Посмотрим. Тест проходил. Вначале были вопросы, 15 вопросов по 15 минут. Самые простые, просто элементарные. На них ответил. И далее были вопросы, 36 вопросов, идет тест 1 час 15 минут, там на знание, на понимание текста. Нет такого там, вставить там неподходящее слово, нет, там идет текст, и понимаешь его, не понимаешь, и вопросы по нему. Не использовались те же самые, например, слова в вопросе, которые были в тексте. Все это было по-другому, так сказать. Очень интересно. А на нашей зеленой полянке пополнение. У нас появились новые кролики. Вот один из них маленький. И вот его мама. Маленький-маленький, свеженький. Даже не убегает. Он даже не знает, не боится. И нет, все побежал. О, поскакал как. Вот его мамка. Тут еще где-то кролики бегали, новенькие. Еще один либо двое. Ладно, не будем пугать их. Так что можно будет поснимать вечером. Когда мама будет звать своих кроликов, детенышей, домой. Потому что, а вот у них еще, наверное, там отец. Потому что они мяукают, как кошки мяукают. Мы эту воду не выливаем, чтобы тут из нее птички пили. Так, по поводу помидорок. Потом, ой, вот они, еще кролики. Раз, два, три, четыре. Ладно. Надеюсь, кролики не скушают мои помидоры. Вот они у меня растут таким образом. Все вроде окей. Завитушки появляются. Нашли бурундука из Чиппендейла. Сейчас попробую его показать. Вот у него шерстка. Он думает, что мы его не видим. Вот его глазки. Да, бурундук. А, это зайка! Не бурундук, это маленький зайчик. Спрятался. Родились недавно. Самый маленький. Ладно, не будем их пугать. Вот эти два новеньких зайки. Маленькие-маленькие, крохотные. Бегают у нас. Маленькие, не знают еще ничего. Изучают травку, кушают. Дети! Они интересно прыгают, на 180 градусов разворачиваются.